Конкурс призван выявить новых ярких исполнителей и обратить внимание наших севастопольских школьников к культуре разных народов нашего региона. Ведь город Севастополь – это перекресток культур, перекресток дружбы. Первый конкурсный день уже показал, что у нас в Севастополе очень-очень много талантливых ребят, и мы надеемся, сегодня наши участники подтвердят это и зажгут сегодня на этой сцене зажигательными танцами и народными песнями. Позвольте представить вам тех профессионалов, которые сегодня будут оценивать по достоинству ваше конкурсное выступление. Наше жюри. Председатель жюри, заместитель директора Института последипломного образования Севастопольского городского гуманитарного университета Михайлова Ирина Валерьевна. Заместитель председателя жюри, заместитель директора рабочей воспитательной работы Севастопольского дворца детского и юношеского творчества Ирина Михайловна Тюмина. Методист художественно-эстетического воспитания Института
На сцене вокальный ансамбль «Школьная Греция» общеобразовательной школы номер 11. Руководитель Керимова Лейля Наримановна. Попури на народные песни.
Железкову Полину.
украинская народная песня «Бугаечка». Thank you.
я чую рідненька. Я не знаю.
прошу в сюрприз Кузнецов Ярослава. Концертмейстер Мария Моисеева. Украинская народная песня «Винку Винкичку». Thank you.
Thank you.
Для вас поет ученица специализированной школы номер 35 Любовь Ушакова. Thank you.
мексиканская народная песня «Камино». Thank you.
президента. Лесе Галя Боту. Oh!
детскую программу «Воспитанники детско-юношеского клуба «Луч». Я приглашаю на сцену следующего участника нашего конкурса Рысина Александра. Концертмейстер Наталья Пеньковна. Польская народная песня «Висла». Yeah.
Thank you.
Кунц Богдан.
народная песня «Хоролок».
Для вас моя советская школа номер 25, Прокоренко Юлия. Be your own.
завершаем наш конкурс. Мы благодарим всех вас за внимание. Мы говорим спасибо нашим операторам Котельникову Константину, Братскому Алексею, Чигиринову Алексею за замечательную работу. Спасибо всем вам. Пусть каждый из вас помнит, что Севастополь – это наш общий дом. До свидания.